Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также B-World. И сегодня мы снова играем в BMG Drive. Здорово, ребята! Ребят, сегодня у нас Бимка, и сегодня у нас спуск с горы без тормозов, но максимально необычный. У нас сегодня вот как бы спуск-то спуск, но нас сегодня ожидают вот такие вот еще боты, которые постараются нас как-то сегодня смять, помять, уничтожить. В общем-то, у нас получается в трафике есть BMW, Мерседесы, Лансеры, Жиги даже есть, Range Rover. Роверы, Делорианы, Драгстеры и много-много другое. Короче, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А мы с тобой это сразу есть. Сходу... Что такое? Я смотрю на Делориан, у него просто вот полированный алюминий, да, и вот это вот неоновые трубки тут очень красиво сделано. Ну да, сделано неплохо, моделька. Да, реально. Так, а мы с тобой, тачки, да, спавним поехали. Рандомно смотрим, кому что выпадает. Что такое? У меня там... Ой, у меня неплохо тоже, у тебя... Ема! Тачка на 6000 км в час, нормально. Ну, посмотрим, что получится. У тебя ламба, у меня ламба. Две ламбы, короче, выпало. Мурсилаго и Урус. Урус, по идее, Менсери какой-то. Да. Давай, что ты мы с тобой стартуем? Давай, наш первый раз, раунд. Два, три. Поехали. Окей, let's go. Так, ну, не тебя знаю, что получится, идем. Да, неплохо. Но... А мне кажется, я не проеду, лежачие полицейские и все остальное. А что там происходит? Ого, там толпа. Там такая авария, толпа, что? Я боюсь не уезжать. А куда? Что а там? Как ехать? Я понял. А, черт, у меня отваливаются детали. Да, у меня пробито правое переднее колесо. Нет, вот. Ты все я занесло, погнал, мне погнал. Проблемы, не все. Я понял, я не тебя все, понял. Да. Короче, в комментариях прочитал сегодня комментарий такой, что как вот можно разложиться, просто прямо едете и раскладываетесь, ну как это возможно? Ну потому что в Бимке пробиваются колеса и просто физика меняется на ходу, понимаете? Небольшой занос и дальше, как в реальной жизни, знаете, не все машины можно легко как бы заносы вынести, да вывести. Да не, просто поэтому... прыгучие эти машины, ты начинаешь прыгать, нету сцепления и все, а колеса... Да, да. Да, да, да. Ты можешь рулить сколько угодно, управлять машину, но это не получится никак. Вот я вот сейчас прыгаешь, да, и все, нету сцепления абсолютно. Да, да, да. Вот и все, понимаете, все, я даже минус колесо и все, ага. Ушел. Ага, я вот еле удержал, ребята, вы понимаете, просто с таким трудом, но получилось. Самое главное, я, видимо, подожди, пока рано говорить, но я, наверное, все-таки доеду до финиша и заработаю свой балл. Ну это просто доешь, трэш, доешь, понимаешь, да. Что может быть, да, я доезжаю, но это было очень даже опасненько, ну ладненько. Хотя так, бы балл мой, развалюшка. А ты там, конечно, да, в тоталии получилось. Ладно, идем дальше. Окей, новый раунд, новые тачки, мы с тобой спавним и смотрим, поехали, кому поехали. Что достанется. Так, пока о, один рейндж. Балл мою пользу, М4 подожди, у меня. Это тот рейндж, который разваливается на ходу, да, вроде? А я не знаю, вот, у меня М4 ну, ладно, такая... Посмотрим. Фига прикольно, а если я перекрашу, можно какой-то такой более... О, зелененький, ой-я, желтенький, ой-я, это хорошо. Давай, а что ты мы с тобой стар... Фига задний приводный рейндж, смотри, раз, ой. Два, три. Реально? Прикол. Не-не, слушай, полноприводный, но там, я думаю, 70 на 30 где-то вот так вот у него сделано. Так, ну поехали. Так у меня он, кстати, конфигурация... мягкий, хороший такой, но единственное, после прыжков у него подвеска не удерживает, там да. Небо лопается. Я пока спорт опять плюс рубил. Опять что-то впереди, я не знаю, я не вижу из-за дыма. Я тоже не вижу ничего. Ой, опасно, так, ребята. Так, прошел. Так, ладно, спорт ты плюс есть. Ты прям сзади идешь на BMW. Какое ограничение? 30. Спорт плюс 193 ограничения. Чек. Я в дрифте так, пошел. Так, рейндж GV. Даже боты, я понимаете, понимаю, в дрифте что... идут. Вы понимаете? Да. Я понимаю, что этот... эти... Господи. Индийцы его собирают, индусы. Да-да-да. Индийцы. Индийцы. Апачи там, блин, херачат их. С топором. Блядь, что это? Ой-ой-ой, погнал, да? Я тоже. Я тоже погнал. Давай-давай-давай, в рулево, пожалуйста, как-нибудь. Реально? Ну ты, конечно... Куда? Погнал, офига ты куда погнал? Ну все ему тренда. А ты пересек линию или нет? Ну типа... Посмотри по карте. Наверное, пересек, скорее да, всего, да? Да, пересек. Все, значит, балл твой. Но у меня, короче, бенза нет, поэтому я уже по накату еду. Я еще и горю к тому же, прикол. Но у меня просто BMW максималка 193 км в час была, вы понимаете, что ну, это такое? Себе, да. Офигеть, такое. Огонь. Офигеть, огонь. А как у меня просто бенза нет? Почему я горю, интересно? Реально непонятно. Ну ладно. Окей, хорошо, получается, балл твой, пока 1-1. Ну ладненько, новый раунд, новые тачки. Пока мы с тобой смотрим, что получится. И у меня. Блин, это... опять раньше только другой. Спорт. У меня лампа только другая. Урус, ты прикинь?
Ну что, оставляем или спавним дальше? Ну давай ставим, потому что у меня такого не было. Это... У тебя другой рейндж, у меня это Люма, да. Уже Урус. У меня там был вроде Менсер, это Люма, если не ошибаюсь. Ну да, у тебя другой реально рейндж. Ну ладно, испытаем, посмотрим. Давай раз, счет. Два, три. Опа, всеми четырьмя зацепился, но у тебя побыстрее, да. Ну, у меня все-таки, ребята, Урус есть. Блин, Урус, у меня, да, сразу колесо лопнуло задним. Да какого хера? Реально? Тут же, да, ой-ой-ой-ой. Ну это просто же была стертая покрышка, наверное. Поэтому. Да, он такой просто. Там, кажется, впереди нежный. Аварии какие-то страшные. Ой, блин. Ой, все, минус два задних. Да я не доеду. О-о-о-о. Я уже боком иду на 200. Тут рейндж тоже жопу. Твой братишка вот боком идет. Жопу иду. Реально? Нет, это. Не, все, это как корова на льду. Смотри, что происходит просто. Реально? Прям все очень Опиди. Плохо. Ну, я проезжаю дальше, но я только с трудом догоняю ботов, ты понимаешь? Вообще с трудом. А, рейндж тоже. Все, он остановился до конца, короче, он не может тронуться. Он назад поехал вообще. Да. Понимаю. Обратно в горку попер. О, держаться. Не, ребята. Нет, ну нет. Я включил стабу. Со стабой поеду. Стаба мигает. Ну, я не доеду стопудово до финиша, что ты понимал. Не доедешь? Не, не доеду. Слушай, а я доеду, наверное. Да? Не знаю. Вот. Но это... Ну, я могу остановиться, или это будет вот до утра есть, это происходить? Есть. Нет, я или просто... Я про то, что у меня машина в своей жизни жила, она превратилась в какую-то сосиску уже вытянутую. А ты прям едешь, да, получается? Прикольно, ну, да, едешь. Ну, я 130 еду, да. Но у меня просто... А я меня... бок на то постоянно. А что с бимкой случилось? У меня, короче, понял, у меня даже... У меня футы отображаются, а не метры. У меня, короче, ну, просто бинка вылетела. Да, реально, а подожди. Метрик, да, вот она поставит, все, по идее. Ну ты доезжаешь, кажется, да? Доезжаешь ведь? Да, я доеду. Ну, короче, это прикол. Неспешно. Это просто прикол, потому что я ехал вроде бы неплохо, но вот эти прыжки все на большой скорости, как бы это было, ребята, фатальная это ошибка. Тачка, да, да это было фаталити это просто. Ты справа стоишь, да? Да, это я вот справа стою. Ага. Чилю, отсыхаю, отдыхаю. Ну, да-да-да. Там... Он там BMW, да, едет? Или кто это едет? А, Делориан обратно поехал в гору, прикол. А-а-а. Я понял, ладно. Ну да, все, ты доезжаешь и зарабатываешь в итоге свой балл. Окей, идем дальше на стартовую линию. Окей, мы продолжаем, у нас новый раунд. И давай пока мы с тобой новую машину сделаем, посмотрим. Так, да, у меня поехали. Это Цешка. Цешка AMG. Прикол, у тебя Тайкон, да. С чеком. Ну, это нормально. У меня AMG пока без чека, но, в общем-то, в принципе, должно быть неплохо. А какого вот хрена новую тачку заспавним, почему чек сразу? Ну, видимо, может быть, там залили, не знаю, какое-нибудь некачественное топливо. Там же, знаешь, может Тайкан? Быть... Тайкан? Ну, в Панамеро, да. А, или Панамеро это. А, да, это да. Панамеро. Да, да. Блядь, современная машина, хер поймешь, что это Панамеро, Тайкан, одна херня какая-то просто. Ладно. Давай счет. Я готов. Раз, два, три. Давай, газуем. На спорте. Там на спорте? Чик-чик. Поехали. Чип-чип-чип-чип, Эйдейл. К нам спешат. Едет неплохо. О, курва. Вот это было нормально. Зачем ты обернулся? Зачем ты обернулся? Я так на это надеялся. Такие движения ваши вот эти. Ой, еще что происходит? Опа. Вот это прыжок сильный был. Так, держаться. Сейфся. Держаться. Гриша, держись. Так, удержал. Удержал. Что там за дым впереди? Не знаю, все дымится. Ты как будто бы быстрее меня. Блин, ты быстрее. Давай, притормози. Быстрее не значит доеду. Ну да. Ладно, раз ты сзади едешь, значит надо газпол идти. Давай, газпол жми. Полет раз, приземление. Полет, приземление. Полет, приземление, удержаться. Нет, там, что с подвеской? Нет! Ваня тоже в дерево идет, и я в дерево. Так, я еще в канаве, но я жив. Я еду. Я тоже. Ты тоже едешь? Да. Давай, пожалуйста, выйди. Да, ну как еду? Я вышел. Кто есть такой громкий справа? Там какой-то, блин, в канаве очень это громкий. Да, не ты. Блин, у меня машина банан. Как я вообще выжил? Как я выжил, ребята? Я доезжаю, да? Я доехал до финиша, бал мой, ебой. Да, неплохо Блин, получилось. Если бы я смог выйти, я слишком глубоко туда зашел. По-моему, ну у тебя хотя... как бы не только в куста, в кусте проблема, тут еще как бы... Она едет при этом, смотри. Если у тебя был штурман, то у тебя его больше нет, я так понимаю. Капец, она...
Я, кстати, могу и управлять, но из-за того, что колес нету, какой-то мне было туда бы выехать. Крендель туда, какой-то. Она уже просто вниз скатывается, и все. Да не, забей. Заглохло, да, все, ладно. А, бензин. Ну, это было прикольненько, да. Ладно, продолжаем. Давай, пока мы с тобой сделаем новые машины и посмотрим, кому что. Бенкина мы не считаем. Это мне нравится. Это мне надо. О, да, это очень быстро. Макларен P1. Или 720 какая-то. Это 560 вроде вообще, если не ошибаюсь. Угу. Могу я ошибаться? У тебя BMW M2. У меня M2, да, какая-то такая, не знаю даже. Что-то по конфигурации. Динамик. Красная. Ну как ты думаешь, конфигурация M2, это быстро будет? Да, это быстро. Должно быть. Ну просто я очень надеюсь, что там нет ограничения в 180 км в час. Давай счет. Раз, два, три. У меня быстрая тачка. Очень быстро. Я, кажется, один DeLorean не восстановил. А. Ну ладно. А, вон он там. Да другой DeLorean. Он там кого-то поджег. Ну, у меня, конечно, ограничение, ну, не 190, куда? Но... Куда? Выноси его! Не, я прошел. Прошел, да? 315. Ну, у меня 250, как будто бы еду сейчас на лансере. Рейндж-ровер жопой в меня чуть не въехал. Ну, что за шляпство такое? 330, 340. Ну, нет, ну я не поеду просто. BMW не поехал. Я всех обхожу. Я буду первым! Но... Блядь, нет. Давай, а, BMW. А, что это? Бимиве. Кто-то двигатель потерял, я в него вошел. На возможно, возможно, это был DeLorean, который я не восстановил. Я не уверен. Ну, ты поехал дальше теперь после этого всего или нет? Ну, я, да, еду. Едешь? А чё? А чё? Ивик богом пошел, дурында. Реально? Войдет в него, нет? А там сзади кто-то идет. А, ладно, нормально. Ну нет, на BMW, на BMW. Я буду первым, пошли. Нет, нахрен! Выруливай из канала! 260-270! Давай! Ну, я выехал, конечно, из канала, а, нет, но... там кто-то дымится. Это DeLorean, прикинь, реально первый поехал. Ну понятно. Короче, обидно, потому что я ехал неплохо, но максималка у BMW оказалась... Поэтому болтвой и как бы все на этом, да, я понял. Ладно, идем дальше, надеюсь, сейчас у нас будет хороший раунд. Ладно, новый раунд, новые тачки, пока мы с тобой спавним, смотрим и... Рейнджак, он такой у тебя был. Блин, опять Панамера, я не знаю. Давай сми, да, потому что у тебя была такая, смей. И рейндж был, ну, да, реально одинаковый, да, поэтому. О, Эвик 10. Эту Бэху я оставлю, да. У тебя Эвика не было, и Бэхи не было, я их тоже испытал. Блин, у Эвика, короче, морда от Субару похожа очень. Да? Как будто. Не знаю, мне что-то такое напомнило. Ну не знаю, давай счет. Раз, два, три. Хрена у нее 7 тысяч старт. Реально? Да. А, блин. Ладно, понял. Давай. BMW, догоняй лансер. Должен. Так, спойлер трусится, но, в принципе, едем. Хорошо. Давай. А это что такое тут за транслюкатор? Не знаю. Какой-то маленький забавный челик. На самом деле... А, у меня осечка. Да, печально. О, нет! Блять, нет! Да. Нет, я еле от него вернулся нахрен. Да, повезло. Дурак. Бот. Так, там. Блин, ну все, ну понятно. Не, короче. Я просто. У тебя шансов нет догнать, если только сейчас шатаешься куда-то. Только если я уберусь. А у меня задний привод, ты поэтому. Ты просто в точку уходишь, ты реально в точку от меня уходишь. Ну так, от... не все очень прямо не большой отрыв. Да видишь, вон там 100 метров что-то мне рассказываешь. Чтобы я газ не отпускал. Просто прошел вот так вот, и все, и нет тебе. А, ты об этом? Да. Блин, ну почему если. Как отсечку отличить, ребят? Напишите в комментариях. Хороший вопрос. Она может но... быстрее ехать, она даже как будто притормаживает, то есть скорость двигателем гасится. Что это такое, куски чего-то валяется? Не говорите, на механику включить и нейтралку поставить, это не работает, мы пробовали. Еще, кстати, тачки тормозить начинают сами, АБС срабатывает у них или что-то, системы какие-то. А, прикол, ну да, maybe. Ну я доезжаю, ебой, хорошо, ну это была такая более-менее простая гоночка. Отрыв был буквально 200 метров, но скорости были небольшие, поэтому спокойненько доехали, ладненько. Хорошо, у нас последний, наверное, раунд впереди, или еще один, ну короче, да, посмотрим. Да, ничья 3-3. Ну и нас, да, либо последний, либо еще один, короче, пока мы с тобой спавним. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, что у меня аппарат? У тебя ферма, пока Бимкина. А, Nissan GT-R, слушайте, ну, GT-R вполне себе. R-Mod сейчас я подрублю, пускай будет вот так вот, окей. Ну, это будет весело, давай счет. Раз, два, три. Так, поехали, давай. Не скажу, давай. Что быстрый старт, но стаба задушила. Ну, у меня еще медленнее старт. Блин.
летающая хрень какая-то, походу, очередная. Жесткая подвеска, она, конечно, вот эти лежачие... А, все. Блядь! Чё? У меня минус 2 передних колеса. Минус 3 колеса. Вноси! О, спасибо, братан! От души, братуха! Реально? Бай тут авария! Нет! Они просто передо мной разложились, чёрта! Грёбаные! Ты должен был это увидеть просто! Я потом тебе покажу запись, это что? Это было... Я шатался, типа, у тебя? Нет, меня разнесли в тотал просто. Ты должен будешь увидеть, как это произошло. Но я все... А все, мне тренда. А ты где? Я, походу, не доехал. У меня задних колес нету. Так, покажи. Я на спуске. А, ой, я переключил тебя. Авария была, да? Перепрыгнул? Не, он через меня перепрыгнул, да. Все, да, не поедешь. А там еще горка вверх, да, не поедешь. Она заднеприводная. Да, я понял. Блин, я всю катку без колес ехал вообще. Ребят, ну честно, то, что было со мной, это такое вообще, это чисто чел на Мерси в дрифте зашел в поворот, и это просто имба было. Ладно, ребят, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока, удачи.